Ох, это целая история. Видишь, я познакомилась с удобной девчинкой. А это я ей Маруська. Погляди, какая пригожая. И она хочет стать актрисой. Это мне Алёнка рассказала. И они с ней разом спевают, разговаривают, марить об нечем. А хлопчики ее порвали. Разумеешь? Порвали. Ну что ты глядишь? Да поможи мне. Доброе, что я повинен робить. Хотела тебе нечто сказать. И я так само. Так само хотел тебе нечто сказать. Давай, коли у нас народится девчинка, назовем ли ее Аленкой. Фу. А коли народится хлопчик? Ну, коли народится хлопчик, назовем его, как моего тату, Парфеном. Чекай, а коли это будет, коли он будет историком, давай его назовем нек Альгерт, альбо Кейс тут, ти там Витал, трубочка бы мя было. Замудрим. Ну, добро, давай тогда просто назовем его, вельми просто назовем его, Хвядор. Хвядор, давай, Хвядор. Слухай, для девчонки шансы в угле застались. Ну, а это треба подумать. Аленка, привитание. Привитание. Это Костусик, это Аленка. Вельми приемно. Ну, вот Аленка твоя, Маруська. Ах, какая пригожая. Нам с Костусем пришлось шмат попрацовать. Так. Это я прихожу, не такие... такие... Капризные! Видишь, Аленка, а у нас будет маленькая детятка, и коли это будет девчинка, мы назовем ее Аленкой. Так, я к тебе. Я бы вельми хотела, как у меня была такая же девчинка, такая же дочушка, как ты. Добре, треба поразмовлять с майстром. Что? Ничего, не треба идти. А, ну, добра. Добра, Аленка. Ну, ты приходишь до нас в гости. Добра, я только приду до вас. Мы будем шакать. Это и что? А я так само хотел бы, чтобы у нас была такая девчинка. С вачима колеру неба, який бы мне завсёды нагадывал про добрыню, пяшчоту, ласку. И про то, что житё – это великий дар.